Всем, кто хочет знать о собаках все. Это программа «Удивительный мир собак». Меня зовут Светлана Высоцкая. Сегодня мы поговорим о породе ксолоидскуинтли или по-простому мексиканская голая собака. Светлана, вы заводчик и владелец питомника, вы об этих собаках все знаете. А меня интересует прежде всего, почему вы для себя именно эту породу выбрали? Мне они очень понравились, потому что они абсолютно оригинальные. Характер суперский. И голые, конечно, это, ну, они такие приятные на ощупь. Хорошо, давайте начнем с истории. Это же очень древняя порода. Да, это одна из древних пород в мире. История насчитывает более 3000 лет. Их разводили ацтеки еще в Древней Мексике для всяких ритуальных целей. И считалось, что душа собаки должна переводить душу умершего хозяина через реку в мир мертвых. Также их использовали для еды. То есть их ели? Да, считалось, что мясо очень вкусное, полезное. У мексиканской голой собаки имеется три разновидности ростовых. То есть миниатюрный размер от 25 до 35 сантиметров, средний размер от 36 до 45 сантиметров и стандартный размер от 46 сантиметров до 62. Внешне они должны выглядеть все абсолютно одинаковые, только вот по росту отличаться. Также имеются собаки в шерсти, то есть от них никуда не избавиться, это часть породы. А в пометах как рождаются щенки? Здесь никак не просчитаешь, сколько может быть в помете пухов или голых. Это абсолютно все непредсказуемо. Ну, то есть в каждом помете обязательно есть и те, и другие? Могут быть, могут не быть. Могут быть все голые, могут быть все пуховые в помете. Здесь никак не просчитаешь пропорциональность. А народу какие больше нравятся? Ну, естественно, нравятся голые, потому что это более оригинальные собаки. А пуховые – это вот на любителя. Не поймешь, на улице не поймешь, порода это или не порода. Понятно. А давайте представим тех собак, которые вместе с вами. Как их зовут? Голая собачка – это Текила, мечта жизни, Форкини Чахао. На руках у меня пуховая, ее зовут Эсмеральда. Это обе собаки моего питомника. Расскажите нам о характерах этих собак. Какие они? Недоверчивые к посторонним. А так, это собака-компаньон. Очень хороший друг всей семье, детям. Достаточно активные. Без агрессии. Хороший друг семьи. А для вас что важнее в этих собаках? То, как они выглядят, или их характеры? Все вместе. И, конечно, и внешний вид мне очень нравится, и характер. То есть это собака, которая вот мне подходит по характеру полностью. Thank you.
Ирина, вы владелец этой замечательной породы. Почему вы им стали? Ну, во-первых, собака очень интересная сама по себе, не только внешним видом, но и своими интеллектуальными способностями. А также, я считаю, для квартиры эти собаки не просто незаменимы, потому что у них нет шерсти, у них нет запаха, нет грязи. То есть для наших, так скажем, малогабаритных квартир эта собака, ну, я считаю, наиболее удачный вариант. А так как у нас три ростовые категории, то поэтому на любой вкус можно выбрать себе либо маленькую собачку миниатюру, либо среднюю собачку, кто любит так ни то ни сё, допустим, такую нормальную, либо стандартный размер. Это, ну, практически, ну, почти как голая овчарка. То есть до 62 холки сантиметров бывает, вообще по стандарту 60 сантиметров. Мне очень нравится средний размер. Это от 35 в холке до 45. Вот рядышком со мной как раз мои две собачки. Третья собачка там гуляет. Вот. Это средний размер, 36-45 сантиметров. Вот Варик, это вариант Сьюфай, мечта жизни. У него в холке размер 40 сантиметров, 40-41. А это Франечка, Франческа Бестеруха. У нее в холочке где-то 38 сантиметров. Но она еще молодая собачка, ей только полтора годика. Вот, вот это, кстати, вот окрас, ну, так довольно редко встречается в наших рингах, это окрас ливер. А это она в загаре, такая красивая солнечная девочка. Да, солнце им очень помогает. А знаете, вот, Ирина, я знаю, что вы интересуетесь историей этой породы. Давайте об этом чуть-чуть поподробнее. Ну, сложно сказать, как сказать, интересуюсь, не интересуюсь, но, в принципе, любой человек, который имеет собаку, естественно, интересуется историей этой собаки, то есть историей этой породы. Но эта собака, как уже говорили, это одна из самых древнейших пород в мире. Ее история насчитывается более 3000 лет. Останки этих собак находили при раскопках древних цивилизаций. В свое время они были распространены, но до Колумбовой Америки. А потом при завоевании Америки испанцами они, как любое, в принципе, иное что-то, ну, уходило, то есть изымалось из, так скажем, из жизни священниками и конкистадорами. И поэтому практически она, эта порода была утрачена. И вот в 50-е годы прошлого столетия была предпринята экспедиция Райтом по поводу поиска этой породы. То есть в джунглях, в Западной Мексике, в болотистых местностях все-таки нашли, оказывается, что она не утрачена, в старых древних деревнях нашли несколько и привезли в столицу, привезли 10 особей с этих 10 собак, и началось восстановление этой породы. И в 1956 году, 1 мая, эта порода была официально признана. Эта порода является жемчужным достоянием Мексиканской республики. Но хочется сказать, что если основываться на останках тех животных, которые были найдены, то изначально, если у нас сейчас принято три размера ростовой категории, то, как правило, вот все останки, они размером где-то от 35 до 50 сантиметров. То есть это практически это средний размер современный. То есть считать, что средний размер – это и есть та древняя порода, та древняя собака, которая была раньше, так скажем. А скажите, вам приятно, что вот вы сейчас держите собак этих на руках, и то же самое тысячи лет назад делали древние ацтеки. Вы это чувствуете? Ну, конечно, это же, знаете, это прикосновение седой, так скажем, к древним временам, к истории. И у нее, кстати, по поводу прикосновения, у нее удивительная кожа. У нее нет вот этих вот столбиков, она не шершавая, она очень мягкая на ощупь, мягкая, нежная, гладенькая. Причем, если на спине, она более жесткая, на брюшке она более мягкая. Груминга практически никакого нет. Собака, кожа очень здоровая. И собака очень здоровая сама по себе. То есть физически она
физически, физиологически. Это пятая группа, это примитивная порода, это, которая не выведена искусственным способом. Ну, такая вот она уродилась. И поэтому, как любой представитель пятой группы, она здоровая, отличается отменным здоровьем. Вот, то есть мы обращаемся в ветлечебницы только в экстренных случаях, когда, допустим, там где-то что-то вот поранились очень сильно, либо, ну, в основном это прививки. Как реагируют на этих собак люди на улицах, на выставках? Это стандартные всегда вопросы. А сколько стоит? А зимой не мерзнут? А вот давайте ответим. Ну, не на первый вопрос, это оставим за кадром, а на второй. Мерзнут ли они зимой? Ну, мерзнут, конечно, но, опять же, до минус 10 совершенно спокойно мы гуляем, не одеваясь. Если зима не холодная, вот как была прошлая зима, то мы ходили в коротких кофточках, этого было достаточно. Конечно, когда 25 градусов ниже нуля, то мы одеваем комбинезоны, и этого достаточно. Ну, по часу не гуляем зимой, конечно. 20-30 минут вполне достаточно в кофточке. А как мексиканские голы уживаются с другими домашними животными? Они уживаются со всеми абсолютно хорошо. С любыми другими животными они уживаются. С кошками, со всеми. А дети? Ой, с детьми это вообще прям замечательно. Они, не знаю, созданы друг для друга, что дети, что собаки, они все вместе, вперемешку. Всем хорошо. А у вас много собак? У меня 9 собак. И как они в таком большом собачьем коллективе друг с другом? Замечательно. Нету никаких у нас проблем с этим абсолютно. Они все дружат. Светлана, ну собаки голые, и, наверное, у них какие-то взаимоотношения с солнцем складываются. Вот как это происходит? Загорают ли они? Да, они загорают очень хорошо. Загорать начинают еще с февраля месяца, когда солнце появляется, и они через окошко загорают с удовольствием. Очень любят это дело, погреться на солнышке. Конечно, зимой они серенькие, такие не очень эффектно смотрятся, но летом, когда в загаре, конечно, это уже совсем другое дело. Вот девушка не особо загорела. Живет в квартире. Конечно, собаки, которые живут в частном доме, они больше находятся на солнце и черные летом. Ну а вообще, что вы можете об окрасах сказать? Основным является черный, а есть ли другие? Да, черный окрас – это основной. Есть бронзовый окрас, очень эффектно смотрится, но их мало. Могут быть пятнышки, но предпочтение отдается собакам однотонным. А вы принимаете участие в выставках, конечно? Да, конечно, мы участвуем в выставках постоянно. Как успехи? В моем питомнике есть чемпион мира, юный чемпион Европы, чемпионы России, у меня собаки все, чемпионы национального клуба породы, ну и многих стран. То есть вы со своими собаками еще и спортсмены? Да, спорт есть молодость. Понятно, ну удачи вам. Мне кажется, что эта порода, она очень оптимистичная, такая позитивная. Это правда? Это точно. Наверное, люди заводят собаку такую же, как он сам. По себе? Да.
А кто идеальный хозяин, кстати, для такой собаки? Человек, активный, который любит текилу? Нет, активный человек. То есть человеку неактивному с такой собакой, конечно, наверное, будет достаточно сложно, потому что собаки любят бегать и участвуют в курсингах, в бегах на механического зайца с удовольствием и хорошие результаты имеют при этом. А как у них с голосом? Они звучат дома? Нет. Стандартные собаки вообще практически не лают. Могут полаять миниатюра. Ну, вообще собака, чем меньше, тем более брехливая. Но сказать, что они прям слишком много лают, не могу сказать. Ну, то есть они не звонки? Нет, нет, далеко нет. А какие-то сторожевые функции они могут выполнять? Или это все-таки компаньон из компаньонов? Стандартные собаки могут быть сторожевыми, но, опять же, за счет неполного набора зубов. Это только так, припугнуть. Потому что собаки, мексиканская голая собака, она не имеет полный набор зубов. То есть 42 зуба ни у кого нету, потому что ген голости сцеплен с геном беззубости, и поэтому у них формула неполная зубная. Поэтому какой там сторож без зубов? Светлана, а правда, что эти очаровательные собаки любят со своими владельцами спать в одной постели? Да, есть такое. Спят все вместе с нами, желательно под одеялом, прижавшись к любимому хозяину. Зимой это очень хорошо, летом не знаешь, куда от них деться, потому что так жарко. Забавно. Так, как мы уже говорили, существует две разновидности, нерастовые категории, а пуховая и голая разновидность. А вот перед вами как раз вот две родные сестрички. Как видите, они совершенно идентичны, у них одинаковое строение головы, формы головы, черепа, морды. Но у ясеньки она покрытая, у нее, в отличие от пухов китайцев, очень короткая шерсть, без подшерстка, подшерсток не допускается. Длина шерсти должна быть не более 2,5 см. Шерсть на ощупь не мягкая пуховая, а жестковатая. То есть один остевой волос. Буквально совсем недавно вышли изменения к стандарту породы. А пуховые разновидности опять разрешили их использовать в разведении. Но опять же, в разведение пускают пуховые ксола только те, у которых более 3 поколений, то есть они от 3 голых, от 3 колен. А так вот, пожалуйста, вот видите, две сестрички. Очень похожи они, у них одинаковое выражение, даже мордочки. Да. Выглядят очень нарядно и выигрывают рядом друг с другом. То есть пуховые они, так скажем, для обывателя, они более, так скажем, ну да, обычные, нет такой экзотической внешности. Но тем не менее, вот, ну, одна порода, и они все-таки неотделимы друг от друга. Некоторые против пуховых особей, но я считаю, это неправильно, это история, это порода. Их очень активно используют в собачьем спорте, фристайл, фрисби, как они еще называются у нас? Agility, то есть собаки активные, азартные и очень хорошо участвуют в всяких спортивных видах. Мероприятия, да, собачьих.
Это действительно очень интересная порода. Запомните ее название – мексиканская голая собака. Или на языке науаль, как правильно называется, ксоло ицкуинтли. Будем рады вас видеть на выставках. Приходите, пощупайте их, посмотрите, какой у них замечательный характер. Встретимся через неделю. Оставайтесь с нами. Я заводчик собак породы лабрадор ретривер. И я знаю, как вырастить красивую, здоровую и активную собаку. Вилли Хвост. Именно его я добавляю к своим знаниям, опыту и интуиции. В этом продукте для ежедневного рациона удачно сочетаются питательные свойства, вкусовые качества и привлекательная цена. Вилли Хвост. Мой секрет идеальной собаки.